Махарадж, каково значение верности для подлинного ученика, истинного ученика? Верность. Это вера в то дело, ради которого мы пришли. Это относительный термин. Верность. Непоколебимая преданность сознанию Кришны. Это верность в абсолютном смысле. Может быть, относительная верность. Искренне человек обнаруживает свой интерес в определенном плане бытия, но эта искренность не полная. Мы думаем, что искренность полная только когда человек принимает сознание Кришны. Все остальные виды относительны. Нет знания. Это знание исключительное. И также вера в то, что, исполняя в долг в сознании Кришны, я исполняю все виды обязательств. Когда человек обретает чистую концепцию сознания Кришны, то все туманные представления уходят. И это развитие. Верность означает приверженность истине. Истина, которую мы хотим познать, заключена в сознании Кришны. Сознание Кришны не есть нечто ограниченное, что можно положить, взять в кулак и проглотить. Оно также обладает безграничной природой. Есть градация. Есть место прогресса в сознании Кришны. Поэтому в зависимости от своего искреннего прогресса человек верен. Такое суровое выражение также здесь есть.